Выбери дату и страну, и вы услышите музыку, которая была популярна в ней тогда. Нихуя себе. Now. Серьезно, блядь? И это популярно в России? Сейчас? Девяносто один лайк. А, спасибо за сайт с дверью. А в Канаде? Союз в мире криминала, популярных в Беларуси. Луна, остров свободы на Украине популярна. Погоди, давайте 1900 год. Это точно Россия? В Беларуси... Ну и, конечно, в прогрессивной Украине... В те времена, да, в 1901 году в Украине. Пока в России. А, нихуя, тут можно несколько раз нажать. Это 81-й в Канаде. А в США? Ну, типичный, да. Итак, короче, чат, сайт с секретной дверью. Мы типа открываем и куда-то отправляемся. А чё, нам скажет, где мы? Уебай! А, так он же просто Google ёбаный интегрировал. Ебай, мы на водокачке какой-то катаемся. Ебай, чат, где это мы? Охуеть. Бля, ещё красиво на самом деле. Всё прикольно, да-да-да. Прикольно, что рандомно. Бля, пошли прогуляемся до моста. А я не могу, блядь. А я не могу только туда. А все. А до моста не прогуляться. Бля, пиздец. Только вперед, чат. Поехали в другое место. Да, не могу. Ну давай. Бля, короче, дверь сломанная, ребята. Дверь сломана, блядь, она не работает. Вот я кликаю, и она не работает. Могу поехать на водокачке отсюда, нахуй. Уехать, блядь, могу отсюда, чат. Могу покатать вас. А мне кажется, музыка вообще-то работала. Чисто, блядь, на водокачке чат катаю. О, ебать, а вот мы и на мосту. Блядь, на самом деле красивый пиздец. Это на дверь снизу нажать, это вернуться обратно. Все, блядь. Короче, не работает, я понял. Но идея прикольная. Life Plasma.
Основываясь на ваших предпочтениях, сайт предложит музыку и кино, которые точно вам понравятся. Ух, интересно, как это работает. Что мне нравится? Блять, знаете что? Блять, это автозаполнение... Это автозаполнение предлагаемых групп. Все, да-да-да. Так, ну, например, пусть это будет... Агутин. Она не знает. Ладно, хорошо, пусть это будет не Агутин, пусть это будет... Кстати, Arctic Monkeys. Окей. Ебать! Фух! Зацените! А я не могу... А почему не работает запуск? Типа, блять, мы не можем прослушать ничего отсюда. Бля, полная хуйня. Кстати говоря, а почему... Хотя звук есть. Нельзя прослушать. Может быть, это для России? Давайте обманем их, блять. Например, мне нравится... Погодите. Nothing. Нет такого. А он его не знает. Кстати, вот ради интереса. Gorillaz, например. Ну-ка. О! Видали, блядь? Ну, естественно. А, причем... А, он вот что делает. Видите, смотрите. Он с YouTube подсасывает. На самом деле, это должно и на русской версии работать. Это не имеет значения. Серьезно? А французский, например? Давай Daft Punk. Блять, да ну нахуй! Чё за бред? Я, правда, не знаю, на самом деле, насколько это... Ну, типа, блять, насколько она хорошо советует. Написано еще, что она может советовать фильмы. Вот я бы на фильмах глянул бы. Search artist, what do you like? Блять, какой-нибудь фильм назовите мне на английском. Например, этот, как его? Остров проклятых. Оригинальное название. Какой у острова проклятых? А, все, Shutter Island. Ну-ка. Хуйня, он работает только с музыкой. На самом деле, лучше Яндекс.Музыку юзайте. Там гораздо лучше. Полная хуйня. Он не может рекомендовать... он не может рекомендовать фильмы и так далее. Здесь не имеет смысла. Видимо, раньше когда-то он рекомендовал. Видите, он выглядел по-другому. Сейчас он выглядит как говно.